Совет депутатов города Реутов провел 14 сентября свое 71-е заседание. Обсуждались вопросы, связанные с региональным законотворчеством и актуальные вопросы городского хозяйства. В рамках часа администрации перед депутатами выступил заместитель главы администрации Реутова Владимир Климов. Он рассказал о подготовке многоквартирных домов и социальных учреждений городского округа к осенне-зимнему периоду. Все запланированные работы выполнены в соответствии с графиком. У нас проведены гидравлические испытания сетей. Все котельные обеспечены электрической энергией от двух независимых источников. На всех стационарные резервные источники электроснабжения присутствуют. Владимир Климов подчеркнул, что по распоряжению главы города пуск тепла в социальные объекты и многоквартирные дома Реутова начался 13 сентября. А уже к 15 сентября тепло должны получить все 528 объектов потребителей в нашем городе. Заместитель главы администрации поделился алгоритмами действий в случае, если по тем или иным причинам в вашей квартире в конце недели все еще будет холодно. Если у вас в квартире отсутствует отопление, сообщить эту информацию необходимо в свою управляющую компанию. Либо в диспетчерскую службу города, либо в единую диспетчерскую службу. Это 3 7 6 3 0. Вся информация будет передана уже по назначению. Как пояснили коммунальщики, по нормативам отопительный сезон стартует, когда среднесуточная температура воздуха в течение 5 дней не превышает 8 градусов. Однако по просьбам жителей и на основе краткосрочных прогнозов погоды сроки запуска системы централизованного отопления могут быть скорректированы. Именно это и произошло в сентябре 2022 года. Зинаида Гейдельман, Евгений Сафаров, Стас Хрычков, телекомпания ТВ «Реутов».